Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода к жизни, и вот это вот, помните, акция я вам показывал, или может еще не показывал, один день, 4 часа осталось до акции, в которой за 4500 долларов можно будет купить на 10% больше монет, то есть не 2,5 миллиона, не 250 тысяч, а 275 тысяч, и представляете себе, я насобирал 4498, мне не хватает всего лишь 2 бакса, ребята, и я уперся в лимит, вот, достигнут лимит по долларам, то есть как бы за сегодняшний день я собрал уже все доллары, и больше мне, не дадут. Вот такие вот дела. Обидно, досадно, да ладно. И у нас есть сейчас, ребята, две башни. И башни совсем непростые. Смотрите, кто у нас здесь, ребята. 2 30-х уровня. Капразух и Ирритатор, ребята. Это просто жесть. И нам предлагают взять. Давайте, между нами и наградой за ударное событие лишь одна преграда. Мощный дуэт Капразуха и Ирритатора. Их способности позволяют им легко обходить броню и щиты. Ну, насчет щитов это полная лажа. Вот смотрите. Есть только сквозь щит у Капразуха, и то же самое есть и у Ирритатора. Сквозь броню у них нету, То есть бронированные существа, в принципе, можно брать. Так, их способность позволяет легко обходить броню и щиты, так используя быстрых существ, и атакуйте их до того, как эти двое усилят себя. Вот такие дела. Но в случае с Ирритатором у нас усиление не наносит удара, то есть он может себя усилить, а мы можем его потом, снять с него положительный эффект. Например, для этих целей вот есть такой вот, например, снятие положительных эффектов. То есть можно взять Анкитрозавра. Есть такой вариант. Есть у меня еще и Алангазавр, Аланкилозавр, точнее, но у него щит, то есть неуязвимость, но его пробьют. Но если противник, допустим, нас атаковал, Капразух, если будет Капразух, он нас атакует обычным ударом, да, то, в принципе, можно сразу как бы подмениться на вот это вот парнишку. Ну, хотя у него же эти удары, он может клепать их каждый раз, но у них, по крайней мере, будет слабый урон. 1200, а у нас здесь броня, в общем-то, тоже неплохой вариант. Но у меня будет план какой. Сначала берем Шустрика, типа Раптора, атакуем один удар. Блин, а Капразух-то сразу сможет пробить. Ну, мы снизим, по крайней мере, ему урон. Так что один удар можно нанести раптором, потом подмениться на Анкитрозавра либо Лангозавра, а потом смотреть, если что, вызывать уже напоследок. Либо вот, допустим, можно Ютазина Раптора тоже снизить урон, либо Индоминуса, либо Индораптора. Вот такие, какие-то планы. Не знаю, что получится. Ну, для начала зайдем в обычное сражение. Здесь тема практически такая же, но попроще. Существа, которые наносят большой урон, а также способности, которые уменьшают урон. Это то, что нам нужно взять. А у них, как обычно, усиление. Ну, то же самое, в принципе, практически. Так, и давайте попробуем. Ну, как-то так. Ну, на самом деле, у них здесь слабый уровень, потому как бы я не смогу здесь протестировать, скажем так, стратегию, которая нам бы пригодилась на 30-х уровнях. Ну, допустим. Сейчас посмотрим, как Анкитрозавр тут будет себя вести. Так, вот у него есть тоже сквозь щит и усилялочка. Наносит 1,5 урона. Ну, давайте замедлим его. То есть он сейчас нанесет нам самый сильный дэмэдж. Ну, броня у нас очень крепкая. У нас есть контратака и атака, которая сейчас заберет у него скорость. Ну, вот так вот как-то мы сделали. И... это что? Ну, это как бы не актуально. Потому что у него есть удар сквозь щит. Так. Удар с заменой, но это вообще было не больно. Средняя контратака 50% и нейтрализация. Ну, в общем-то, вот этот парнишка мне нравится. Не знаю, как он там выстоит против тех наших ребят. Ну, вот этот же Капразух. Вот только он был 30-го левела, блин. В него удар будет втрое сильнее. Втрое. Так.
Он себя очистил, гаденыш. И сейчас нас продымажил нормально. Ну, в общем-то, один он неплохо так продержался, да? У этого нету удара сквозь щит, то есть нам сейчас будет по барабану, в общем-то. Усиляй, не усиляй, нам все равно а-ля-ляй. Так, а вот контратака, и сейчас мы забираем у него скорость и снижаем ему урон. Ну, неплохо заходит, но жаль, что как бы нету несколько попыток. Я хотел несколько вариантов опробовать на вот том вот нашем сильном, короче. Сильной башни нашей эпической. Ну, опережающий у нас есть удар, и это хорошо. Это хорошо, что у нас есть опережающий удар. Вот. Анкитерзавр хорош. Может его еще качнуть, что ли? И Аланкилозавра можно качнуть. У меня как бы бабки есть на это все дело. Ну, как бы, я же не качну его на 25 или 30 уровень. Там плюс-минус один уровень. Так, ну еще один боечек у нас здесь остался. Ну давайте Ютазинораптора возьмем. Ну что-то как-то мне вот Индоминус все пока что повеселее, чем Индораптор. Ну я еще, может, не привык. Так, давай начнем с этого парнишки. Так. Сделаем вот так. Потому что он же нас не проатакует. Он сейчас себя, скорее всего, усилит. А если и проатакует, то это будет не больно. Нету смысла тратить на него сильный удар. Хотя, вот как оказалось, был смысл. Ого, ничего себе, чисто так по феншую прошел, короче, крит. Давайте его сразу добьем, чтобы он не мучился. Снижаем урончик. Ну хорошо, что у наших противников там иммунитета нету вроде как. Ну вот этот парниша сам их разберет. У него удары подходящие. Тоже неплохой. Неплохой. То есть, и тут вопрос, кого качать дальше. Качать Индоминуса и Индораптора как-то тяжело. Вот реально, они уникальные, там просто нужны, блин, сотни тысяч генов Раптора. Не знаю, надо поискать, посмотреть, сколько нужно генов Раптора, чтобы качнуть Индораптора на 30 левел, например. Там будут сотни тысяч. Это не, ну, просто нереально их столько наловить. Ну, как бы, не знаю, через полгода. Так, у нас еще тут есть небольшая награда. Так, ну и что? Что? Давайте пойдем что-нибудь качнем кого-нибудь. Давайте вот этого качнем, гаденыша. 20 тысяч. То есть 50 потратили. Ну, не скажу, что он как бы сильно крепче стал. Ладно. Давайте теперь тебя качнем.
А, тут еще нужно посоздавать. Так, эпический анкилозавр и... Это кто у нас? Ты кто? И кентрозавр. Ага. Ну ладно, давайте качнем его тоже хотя бы на один уровень. У него житла там, по идее, много, да? Да, 3200. И, кстати, нам его нужно качать. На 20 левел. Чтобы можно было создать этого анкитрозавра, да? Так, как там? А, трикозавра. Для создания трикозавра он нам нужен. Ну и ясное дело, он нужен нам 20 левела. Так что можно, в принципе, его и покачать. Ну, сейчас качнем только на один уровень, чтобы не затягивать. Но вообще-то я качнул бы его на 2. А может даже на 3. Ну, у него классно с броней и, блин, это прикольный динос. Может, давайте еще, давайте, ребят, еще на один уровень, так что потерпите. Может, нам тут 90 прилетит, и мы быстро это сделаем. Я вот, пока его буду крутить вот разной стороной на него тут, смотрите, блин, ну, кстати, какой у него такомазер, вот, смотрите, 50 прилетело. Мы уже половину пути прошли. Это просто дикий зверь. Анкитрозавр. Я там еще на Стигадея смотрел, по-моему, кого бы взять. Да, ну, то есть, как бы, там у Стигадея 2 косаря жизни мало. О, смотрите, еще чуть-чуть осталось. Давай, дружище. Друже обломов. Ну, надеюсь. Надеюсь, ты тоже кого-нибудь там обломаешь из тех двух. Капразуха или либо Ирритатора. Ну, вот так. Все, дальше не буду вас мучить. Так сказать, кого хотел, того качнул. Ну, Ютазина Раптора еще можно качнуть. Так, сколько мы там? 170 тысяч осталось. Как мы так резко, ребята, повысили уровень. Скорость еще хорошая. В принципе, Оу, я перешел на 14 левел. А это значит что? Это значит, что у меня увеличился лимит. Мне предлагают за 2 бакса купить 180 баксов. Да ладно. Это прикольно. То есть я смогу на карте, ребятки, собрать еще 2 бакса. То есть я сегодня смогу. Вот, может, нам даже сейчас повезет. А, хотя нет, а почему-то. У меня же лимит должен был увеличиться. А, стоит такой же самый лимит в долларах. Печально. Странно. Ну, в монетах должен точно увеличиться лимит. Мы же это уже проверяли с вами, когда вы переходите на следующий уровень. Это значит, я сейчас могу, сколько там, 23 либо 24? 24 уже за один выстрел ловить. Это облегчит. Облегчит ловлю рапторов нам. Итак. Итак, ребяточки. Кого будем брать? 700. 900. Возьмем вот так. Вот так, вот так. И вот дальше даже вот не знаю. Снятие отвлечения? Что это такое? Скорость цели понижается. Блин, ну скорость цели тут не актуальна. Вот кого бы из них взять? Здесь 2900 жизни, здесь 300 жизни. Очищение себя. Уклонение. Не знаю. Индоминуса возьму все-таки. Хотя у нас как бы не будет вариантов подменяться там на одного, второго, третьего. У них же там, блин, а я не обратил внимания, сколько у них жизни. Вот в чем прикол.
Так, появился Иритатор. 5000 жизней. И 1200 сила удара. Предлагаю сделать вот так. Вообще-то я рассчитывал, что он выживет. Блин, я вот на этот... Я думал, что он усилит себя сейчас. Офигеть. Офигеть, ребята. Все пошло не так. Надо было атаковать все-таки, блин, сильным ударом. Что ты поделаешь? Так, ну сейчас вот у него нету как бы вариантов усилиться. Блин, он опять поднялся, опять меня обманул. Так, ну следующий удар у него будет с усилением на x1.5. Давай. Пожалуйста. Да. Не-не-не, атакую по полной, иди ты в баню. Нет, я думал-то уже все получилось. Ну, это просто эпик фейл, ребята. Это просто эпик фейл. Как может пойти все не так? Блин, и что делать? Что дальше нам делать, прикажете, ребята? Выживи, пожалуйста. Ну, чуть-чуть не хватило. Ёлки-палки. Я вот, ну, думал снизить урон и подмениться на анкитерозавра. Блин. Блин, ну так же. Так все могло легко получиться. Блин, ну вот с раптором, конечно, лажа у нас получилась. Слушайте, я готов даже заплатить пару баксов, чтобы еще раз это попробовать. Ну вы согласитесь, ребята, что мы могли здесь победить вообще без проблем. Если бы пошло все по плану. 200 баксов. Это много, ребята. 200 баксов это много просто. 200 баксов это много. Если бы там какие-то... Ну я просто не смогу вот за завтрашний день насобирать $200. У нас же там лимит каких-то $20 или $30 в день. То есть мне нужно купить монет. Так что, ну, будем считать, что мой выбор существ был правильным. То есть он легко мог победить, даже в нескольких вариантах, если бы чуточку сделали не так. Ну, на этом тогда все. До скорых встреч.